площадке патриарх Кириллом заложен и освящен камень в честь начала строительства храма всех святых в честь погибших в годы Первой мировой войны. Да, все святых памятник павших в годы Первой мировой войны, 1914-2014, это как столетие. Вот я эти плакаты, стенды отснял отдельно, сфотографировал. Солнце вот опять сейчас выйдет, будет плохо снимать. Вот крест. Вот. Освящен в лето Господня Рождества Пресвятейшему Патриархе Московской Руси Кириллу епископу Балтийским Серафимом в основании храма памятника в честь всех святых. Ну, вот я немножко ошибся в освящении. Привык, что практически все храмы в Калининградской области были освящены, открыты патриархом, тогда еще митрополитом Калининградским, Смоленским, вот сейчас патриархом Кириллом, но он, как говорят, он остался на этой митрополии, исполняя, как это правильно, будучи патриархом одновременно всей Руси. Так, ну вот это вот, продолжая экскурсию по центральной площади, вот это вот, глобальное такое здание, самое, наверное, тут большое в Гусеве, вот, в центре города, которое приспособили под завод электроосветительной арматуры или аппаратуры, так трудно сказать, да? Смотреть конкретно, завод, да. Как-то странно это при том, что у нас заводы многие позакрывали там после Советского Союза. Вот. Такие вот глобальные здания, как правило, были захвачены юркими ребятами. Вот, под свои офисы там и все прочее. А это вот завод остался. Прямо аж не верится, что такое может быть. Иду в сторону площади. На той стороне я снимал, там ничего особенного нет. Совершенно безобразный вот этот торговый ряд, двухэтажный, из советского кирпича сделанный. Ну, его наверняка в свете всех реформ, наверное, снесут или облагородят. Часы идут, и время показывает правильно. А резкость не наводится нормально. Ну ладно. Вот такая вот здесь площадь.